Стержнем. Группа «Время и стекло» не расслабляется, трудится на благо вашего хорошего настроения. Призвать весну ребята решили абсолютно новой песней с достаточно простым названием «Короче». Несмотря на столь, как бы, название такое «Короче», как будто это не такое слово не сильно умное, но песня несет с собой все-таки смысл, как и любая наша песня. Мы говорим о том, что жизнь одна, мы молодежь, нам нужно отрываться, любить, обязательно любить, потому что для нас любовь — это самое главное. Команда «Мозги Интертеймент» во главе со всемогущим продюсером и режиссером Потапом. Потому что мы прежде всего хотим себя удивить, сделать что-то новое, то, что мы не делали до этого, поснимать какую-то новую историю, предложить новую драматургию, какую-то систему съемки и т.д. и т.п. Поэтому он мне казалось, что он будет легче, конечно. Но очень сложно было показать вот это состояние. Живем один раз и отрываемся в торговом центре. Ребята осуществляют свою мечту, попадают в закрытый торговый центр и гонят по полной программе. Они очень творческие, сочиняют, они горят, они живут этим, им хочется помогать, потому что они приходят и они хотят доказать что-то, занять какое-то место в этом шоу-бизнесе. Они просто существуют, они что-то несут, они формируются. Так клево, и от них подпитывается энергия. Вот так, позитивные и не похожие ни на кого. Со своим внутренним стержнем группа «Время и стекло» не расслабляется, трудится на благо вашего хорошего настроения. Что ж, съемочный процесс клипа на песню «Короче» завершен. Теперь его ждет процедура постпродакшена. А это значит, увидеть и оценить результат труда всей команды Потапа вы сможете совсем скоро.